на скаковой день на Павловском ипподроме, посвященный празднику Победы в Великой Отечественной войне советского народа, открывает парад черкесских всадников. В этом году в параде принимают участие черкесские всадники из Республики Адыгея, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия. На дорожке ипподрома кабардинские, адыгские лошади, всадники несут знамена Российской Федерации, Республики Адыгея, Краснодарского края, Кабардино-Балкарской республики и Карачаево-Черкесии. Порода лошадей кабардинская или адыгская, древнейшая, одна из древнейших пород лошадей в мире, насчитывает не одно столетие. Это неотъемлемая часть жизни адыгов и черкесов, их культурное наследие и генетический код. Это боевой товарищ, воин. Во время Великой Отечественной войны прошли от Волгограда до Альп. В мирное время это товарищ и друг в быту, в спорте, воспитывает поколения, спасает души людей. Традиционные конные турниры и игры стали частью культурной политики в Адыгее. Мы неоднократно видели скачки, гладкие скачки на лошадях этой породы. Сегодня вам приготовлен сюрприз. Будет показан впервые на Павловском ипподроме. Всадники представят конный турнир эстафета «Брак-Зек». Дистанция эстафеты 1600 метров, отметка вот здесь перед судейской. Принимает участие в эстафете команды, состоящей из 6 всадников. Правило. Турнир эстафета проходит по полному кругу ипподрома.